Ну и, конечно, самая интересная история об этой мечети, голубой мечети, мечеть Султан Ахмед, это происхождение шести минаретов. Есть несколько, как обычно, версий, более правдивые, более сказочные. Самая, наверное, такая интересная, это о том, что Султан Ахмед заказал мечеть с золотыми минаретами, но Сочи не мог это выполнить, и поэтому решил схитрить, так как в турецком алтын – это золото, то есть он попросил алтын-минарет. А Зодчий якобы не услышал этого, а услышал алтын-минарет, что с турецкого переводится как «шесть минаретов», и сделал мечеть именно с шестью минаретами. Но так как вышло все безумно красиво, Зодчего не стали убивать, хотя он ослушался прямого приказа султана. Но более прозаичная версия о том, что строили мечеть как то, чтобы сделать ее самую величественную в мире. На тот момент, когда ее строили, такова была в Арабских Эмиратах мечеть Кааба. Сейчас Султан Ахмед – это действительно одна из самых известных, самых красивых, самых крупных мечетей в мире. Ну и, конечно же, это голубая мечеть. Внешне так по ней со стороны не скажешь. Все связано с внутренней отделкой. Из-за того, что внутри находятся в основном фрески голубого цвета, мозаика, кажется, что все вокруг такое голубое. Поэтому и получила название как голубая мечеть. Шестиминаретная голубая мечеть Султан Ахмед. Чем интересна еще сейчас Турция туристам, особенно нашим, потому что в какой-то момент из-за того, что обвалился рубль, в Турции стало все дороже, чем обычно, как и во всех странах. Но совсем недавно в Турции тоже обвалилась местная лира, и теперь, в принципе, все стало снова очень дешево. Допустим, здесь, на этой главной площади, можно поесть кукурузу за 3-4 лиры. За 3-4 лиры. Чтобы вы понимали, ну вот совсем грубо, примерно 1 лира – это 10 рублей. То есть 3-4 лиры – это 30-40 рублей за кукурузу. В Греции или на Кипре мы брали кукурузу где-то за 2-3 евро. То есть это намного-намного дороже, гораздо дороже в кафе. Когда я здесь бывал 4-5 лет назад, суп стоил примерно, ну самое дорогое, 5 лир, 3 от 3 до 5 лир, а вот эти вот все блюда, которые сейчас по 45 лир, они стоили 12-15, максимум 15 лир. И это все как-то все примерно одного ценника было, и все было понятно. В целом очень недорого стало. С другой стороны, понимаю, что где-то прям очень-очень какие-то вещи завышены, то есть 50-60 лир отдаешь за какое-то блюдо в некоторых кафешках, хотя оно в другом месте будет стоить 30. Ну вот как-то страшно такие цены видеть на самом деле. Стоим в очереди. Твоя София, это не так-то просто, оказывается, сделать туда попасть, потому что сначала отстоять очередь за билетами. Билет стоит, чтобы вы понимали, 72 лиры. 72 лиры. Это... Ну, где-то около 700, да, рублей. 700-750 рублей билет в одной в Айя Софию.
недешево, я так сказал. В целом, конечно, но я мечтал это увидеть. Последний раз, когда я здесь был, единственный раз, когда я здесь был, это была ночь, и дойти было невозможно, поэтому надо это все обязательно сделать, раз уж сюда прилетели. Это вообще очень-очень-очень-очень красиво. Я знал, что это красиво, но все-таки вживую это намного круче, чем на картинках. Это просто потряс. Просто потряс. Лики святых и символы ислама в одном месте смотрятся просто нереально, нереалистично абсолютно. Что-то невероятное. Это все. Мусульмане настолько поразились красотой христианского храма, то, что строили византийцы, византийский период, и не смогли разрушать, не стали закрывать, а просто решили переделать это все в мечеть. Пристроили минареты, 4 минарета, и добавили сюда символики ислама. Но это действительно поражает. Теперь это стало еще более необычным совмещением и особенно местом в Стамбуле однозначно. Как-то так.